В пятницу в областной филармонии чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нашем регионе в этих отраслях трудятся более 30 тысяч человек. На территории области работают 140 сельхозорганизаций, более 250 фермерских хозяйств и около 120 тысяч личных подворий. Ну, у нас увеличивается объем производства. В этом году впервые за многие годы у нас идет прибавка не только в денежном, но и в натуральном выражении. В сопоставимых ценах мы ожидаем прирост порядка где-то 2-2,5%. Интерес растет к землям Ивановской области. Появляются инвесторы как внутри области, так и со стороны, которые интересуются и оформляют землю, начинают ее обрабатывать и интересуются проектами как в растениеводстве, так и в животноводстве. В областной филармонии собрались самые достойные представители отрасли. Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» – традиционное мероприятие, на котором сельхозпроизводители могут с гордостью представить свою продукцию, в которую вложено столько времени и сил. Для многих, особенно это касается маленьких крестьянско-фермерских хозяйств, День работников сельского хозяйства – это еще и семейный праздник. В доме Фроловых сыр умеют варить все, даже юная Василиса. Я просто помогаю родителям, а иногда мама занята или, например, я занята, то мы меняемся и готовим сыр. Для главы семьи сыроваров Владимира Фролова теперь это не только средство заработка, но и любимое хобби. Хоть и трудозатратное, но приносящее удовольствие. Но когда занимаешься любимым делом, конечно, не замечаешь, что это труд, тяжелый труд, с 5 утра и до позднего вечера, потому что сыры и молоко ждать не будут, его надо перерабатывать. Это дело надо, конечно, любить, но это семейное дело у нас. Потребность в органической продукции у покупателя растет. Параллельно с ним увеличивается и интерес предпринимателей к сельскому хозяйству. Спрос на сельхозпродукцию – лучший подарок к профессиональному празднику. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.